Мне очень понравилось играть тем, что можно услышать звуки этой мелодии и сыграть вместе с этим пространством. Мне очень-очень понравилось разучивать и играть эту музыку преображения. Такой восторг появляется от каждой встречи с ним. Когда разучиваешь несколько раз подряд, включаешь ее, чтобы разучивать, то каждый раз такой восторг появляется от встречи, как в первый раз. И... ну, очень-очень радостно так. Да, созвучно очень. И с каждым прикосновением, вот, клавишам, слушая музыку, такое ощущение, что вот попадаешь в это пространство, в эту гармонию, и вот такое стремление рождается вот именно в звуке этой музыки играть, вот созвучно ей, и такая тонкость в душе, красота. И удивительно, как восприятие фильма, оно меняется от того, когда ты просто слушатель, и потом, когда я начинаю осваивать эту сольную партию. И очень интересный момент, то, что там не подписаны нотки, какие пальчики, какие клавиши нажимают. И это такая игра именно вот двумя руками. И интересные моменты такие, знаете, ощущение, такого какого-то ощущения полета рождается, такого движения, как руки, знаете, как взмахи крыльев. Ну, что-то такое вот образное очень, конечно, но сами впечатления очень необычные от того, когда стараешься не просто вот сольную партию правой рукой сыграть, а именно вот как действие двумя руками. Действительно, вот к этому освоению, ну, нужно относиться как к игре. Потому что когда я очень сосредотачиваюсь, то в меньшей степени получается. А когда есть это ощущение игры, и руки начинают, ну, прям вот именно как крылья, прикасаться с каким-то таким чувством полета, вот именно это ощущение игры, то вот тогда становится как-то еще легче, радостнее, больше получается. Очень созвучно, я тоже хотела сказать об этом, что вот когда я начинала играть, я смотрела внимательно, чтобы не пропустить ни одну нотку, а потом я, ну, решила почувствовать именно ту легкость, которая есть в этой мелодии, есть в этой музыке. И уже с этой легкостью попробовать играть. И тогда намного быстрее получается, интереснее, и вот действительно это становится игрой, возможности такой научиться играть такую прекрасную музыку.